На конкурс дети читают стихи. Детский сад номер 2, город Бабаево. Макаров Сергей. Сергей Орлов, дождик. Он шел по дороге в большое село. Прохладный, прозрачный, веселый, зеленый. И люди ему улыбались светло, встречая приветливо с низким поклоном. И навстречу ему выносили цветы, герани и розы на тоненьких ножках. Он шел по хлебам шелковистым густым, обрызгал до пят опаленные лоши. Все ждали, и он не прошел стороной. Он хлынул на жадную землю сезоном, и люди кричали, как он грибной, и капли со смехом ловили в ладонях.